С разгон, да. С первой секунды. Отыгрывать свою роль. Идите за чемпиона Европы. Сколько я знаю. Расскажу нашим зрителям, что такой рок-н-ролльный среде был шквал критики в адрес Алексея и Дарины, что они немножечко подсбавили именно в компоненте техника ног. Что, несмотря, конечно, на то, что у них прекрасная акробатика, сложные элементы, которые мы сегодня разбирали в полуфинале, по технике они немножечко сбавили. И мне кажется, что ребята это услышали на прошлом всероссийских соревнованиях в Раменском. Алексей очень прибавил по ногам. Как сегодня оцените? В защиту ребят хочется сказать о том, что я еще не то, что не танцевал в М-классе, я не планировал танцевать в М-классе, они уже выступали. И когда уже стало высокого уровня и начала добиваться высокого результата, эту планку они держали очень долго и постоянно были в тройке.